28 июня в одноименном спортивном комплексе города Каспийска стартовал 54-й международный турнир по вольной борьбе памяти пятикратного чемпиона мира Али Алиева. В первый день состязания борцы 57-97 килограммов вольного стиля примут участие в предварительных поединках и полуфиналах. Сегодня у нас предварительные поединки до 21:00 будут до выхода в финал. То есть это 57 килограмм, 65 килограммов, 74, 80. 6 и 97 килограммов сегодня борются. И до финала сегодня все борются. И завтра уже те финалисты, которые сегодня вышли в финал, они будут в вечерней программе, завтрашней вечерней программе после открытия. Завтра открытие 18:00. И после открытия уже у них финал будет. А у остальных 61 килограмм, 70, 79, 92 и 125 килограммов, они будут уже до финала завтрашнего. И послезавтра уже у тех финал. Торжественное открытие турнира посетят почетные гости. Представители правительства региона, депутатского корпуса, Министерства спорта Дагестана и многие другие. Отметим, что участие в турнире принимают спортсмены из 17 стран мира. Около 280 участников разыграют 10 комплектов наград. 17 стран, включая Россию и Дагестан, 17 стран у нас участвует. Отдельно команда, сборная команда России и отдельно сборная команда Республики Дагестан. Есть еще региональные команды региона России и в общем 17 стран других зарубежных государств, ближнего и дальнего зарубежья. Очень интересные схватки будут. И среди именных спортсменов, из приезжих можно отметить, что будет здесь прикидочная схватка на Олимпийские игры. Сборная Азербайджана, два претендента на Олимпийские игры. У них первая встреча, они попадают между собой. И кто из них здесь выиграет, тот и становится претендентом на Олимпийские игры. На ковер выйдут и знаменитые дагестанские борцы Ильяс Бекбулатов, Магомед Курбанов, Ибрагим Ибрагимов и многие другие. Что у нас два турнира дагестанские, турнир Шамиля Умаханова в Хасавюрте и турнир Али Алиева в Каспийске. Эти два турнира, это которые обычно выявляют новые имена. То есть мы ожидаем здесь увидеть каких-то молодых ребят, которые завтра, послезавтра уже будут представлять сборную команду России на чемпионатах мира, Европы и, возможно, Олимпийских играх. Хотелось бы пригласить на наш турнир. Я думаю, здесь будут очень интересные схватки, напряженные схватки. И Дагестан, в Дагестане борьба – это больше, чем спорт. И поэтому приглашаю всех, желаю участникам красивой, яркой, честной, объективной борьбы. И приветствую всех гостей, наших гостей.